Да. Вы заметили, что я защищался одними только ногами? Просто удары были хитрые. Назовем их так. Пинки наоборот. Как правило, удары ногами выполняются снизу вверх. Колено, а потом фу, удар. Или вот так фу, всей стопой. А что если сделать наоборот? Сначала поднять ногу, а затем, упираясь ему фу, в живот, как бы ее уронить. Получается очень мощный толкающий удар. И попадает он в болевую зону. Кстати, сделать это может любой, даже неподготовленный человек. А вот в боевом исполнении этот удар лучше всего работает вместе с отвлекающими действиями. Итак, выкидывайте руки на верхнем уровне, чтобы он среагировал. И тут же ногой толкаете его. Переносите центр тяжести, и получается мощнейший удар-толчок. По такому же принципу можно защищать себя, если нападающий находится сбоку. Любое отвлекающее действие на верхнем уровне, и поднимаем высоко колено, ставим ему на бедро. Переносим центр тяжести, и видите, что получается? Продавливание, которое его опускает до земли. Ну, а далее, в результате он некоторое время просто не сможет пользоваться своей ногой. Ну, а этот после вашего удара в живот просто не захочет за вами гоняться. Поэтому вы убегаете.